Импорт ягод в России стал рекордным за последние 3 года. Об этом пишет сегодня газета «Известия», изучившая статистику Федеральной таможенной службы. Если сравнивать с прошлым годом, то за первые 4 месяца 2017-го в страну ввезли ягод в 2 раза больше. Участники рынка указывают на очевидное. В этом году в России уж слишком холодно. А потому ко времени, когда раньше обычно заканчивали сбор клубники и земляники, теперь даже не могут начать. Поэтому везут из-за границы. Отсюда и рост цен примерно в 2 раза. Больше всего Россия импортирует клубники. Ее основной поставщик – Белоруссия. На нее приходится 80%. Кроме того, везут клубнику из Китая, Армении, Египта и Марокко. Также Россия, среди прочего, закупает смородину, красную и черную, малину, клюкву и чернику.